Как определиться с выбором варианта будущего пенсионного обеспечения? 24 июля для жителей Амурского района будет работать горячая линия. Гражданам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность выбора варианта своего будущего пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования. Можно отказаться от формирования накопительной части, направив все страховые взносы работодателя на формирование страховой части пенсии, либо формировать накопительную часть и страховую. В течение какого времени надо принять решение? Как заявить о своем выборе? Кому заявление можно не подавать? О чем надо знать при формировании пенсионных накоплений? Какие преимущества есть у тех, кто будет формировать только страховую пенсию? С чем связана пауза в переводе пенсионных накоплений в накопительный пенсионный фонд в 2014 году? Что отражается на индивидуальном лицевом счете? Ответы на эти вопросы и консультации 24 июля с 9 до 17 часов по телефону горячей линии дадут специалисты пенсионного фонда каждому позвонившему. Телефон горячей линии. Управление Пенсионного фонда России в Амурском районе 237-66.